с момента старта. Такое ощущение, будто просто летишь над землей. Вот смотришь вниз, земля проходит, люди стоят вот ниже ростом обычно. Ощущение потрясающее, люди мне попались эмоциональные, эти же эмоции мне передались. И одновременно получилось так, что в общей совокупности радуется душа после этого первой моей поездки. Здорово. То есть вы здесь на Экофесте впервые? Я здесь второй раз. Серьезно? А что вам понравилось в прошлый раз здесь? Наверное, сама атмосфера. Люди из разных стран приезжают для того, чтобы посмотреть то, что сделали, то, что было год назад, то, что стало сейчас. Люди приезжают для того, чтобы встретиться, пообщаться, увидеть Юницкого, увидеть лидеров, увидеть Ховратова, посмотреть на других людей, познакомиться и так далее. И увидеть технологию саму. А, хорошо, а что вы на этом Экофесте ожидаете, вот кроме того, что вы покатались? На этом Экофесте в первую очередь я ожидаю новостей. Это в первую очередь, да. Кататься это было второстепенно, но то, что я проехал, я очень доволен. Очень доволен то, что пришел раньше, чтобы не стоять в очереди, да. Это с предыдущих Экофестов я понимаю, что надо приходить сюда заранее для того, чтобы попасть. Ну и в первую очередь я жду новостей от компании, новостей от Юницкого. Global Star Club. Возможности безграничны.